Наш специален гост днес е професор Петър Женюк от Института по славистика Ян Станислав към Словашката академия на науките. Професор Петър Женюк е ръководил словашки екип в съвместни проекти между Института за български език и Института по славистика. И ние много ценим сътрудничеството си с този институт. Той ще изнесе пленарен доклад на тема из актуальных резултатов съвместных словацко-болгарских аксиологических исследований. Prajem dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás všetkých, aj pani profesorku Antonovu, pozdravil a zaželal sviatku vašej inštitúcie všetko najlepšie. Лингвистические и аксиологические исследования, которые выполняются в контексте словацкой славистики, предоставляют собой до сих пор малоизученные направления для основных исследований отношений словацкого языка и культуры к славянскому и неславянскому лингвокультурному контексту. На самом деле, многолетний опыт подтверждены результатами исследований междисциплинарных исследовательских групп с международным участием, показывают, что ожидаемые результаты могут быть достигнуты коллективом, состоящим в основном из профессионально подготовленных и лично заинтересованных исследователей. Правда, не все потенциальные партнеры обязательно имеют все необходимые задатки для того исследовательского сотрудничества. Поэтому сотрудничество осуществляется только в рамках четко определенной научной стратегии и в соответствии с научно-исследовательскими профилями экспертов с того рабочего места, где проводятся такие традиционные исследования. Словацкий комитет славистов постоянно и интенсивно занимается вопросами профилирования словацкой междисциплинарной научной политики области славяноведения, координацией и поддержкой сотрудничества словацких славистов с зарубежными странами, например, в осуществлении различных междисциплинарных славянских исследований. Это касается и этнолингвистических исследований, где важно учитывать, что современная письменная форма национального языка имеет прежде всего интегрирующую и национально представляющую функцию, которая неизбежно проявляется именно в повседневном речевом общении. Письменный язык также выражает единство языкового мышления, и о национальной культуре, ее духовных истоках и традициях. Языковые сообщества используют литературный язык в качестве основного инструмента общения. В этнокультурных лингвистических исследованиях акцент в большинстве случаев делается на комплексном изучении языка письменных источников в контексте повседневной жизни сообщества. Исследование письменных источников позволяет полностью описать и объяснить культурно-идентификационные процессы языкового сообщества и таким образом указать необходимость использования общего освоенного средства коммуникации. Литературный язык, как важнейший инструмент коммуникации, представляет собой картину общего культурно-идентификационного мышления современных языковых сообществ.
в качестве основного источника идентичности, культуры и общения служит осознание значимости сообщества, выражаемое посредством языка. Поэтому при описании развития этого сообщества необходимо учитывать историко-географические и социально-политические контексты его идентификации. Существование языка свидетельствует об изначальной исторической принадлежности сообщества, использующего определенный язык. Однако языковые средства, дающие образ материального и духовного мира, документируют культурную память, традиции и ценностные принципы. Они же формируют культурную идентичность сообщества и являются важным выражением культурной самобытности сообщества, которая сильнее всех возможных политических интересов, союзов, разделений, фрагментации или главенства. Язык сообщества связан с преобладающими культурными правилами и ценностными нормами данного народа, который использует этот язык во всех сферах своей культурной политики, в литературе, науке, искусстве, в способах и формах организации производства, торговли, услуг и так дальше. Язык культурных, то есть литературных, письменных форм содержит, в частности, те обозначения, с помощью которых сообщество постоянно развивается во временной и пространственной перспективе, выражает свое мнение о предметах, явлениях и о своих жизненных потребностях. При этом различные письменные памятники используют язык, чтобы зафиксировать и задокументировать историческую и культурную взаимосвязь языкового мышления сообщества людей и тем самым дать представление о его историческом развитии. Именно таким образом историческая память любой национальной культуры участвует в формировании письменной культуры. Язык письменной традиции наряду с языком устной среды, например, народные повествовательные тексты, представляют собой вечную и неизменную ценность. Духовная и вещественная система культуры сохраняется в лексике, которая является свидетельством развития общества. Словарный запас содержит терминологию, которая охватывает различные сферы экономической, социальной и культурной жизни, включая в себя названия различных ремесел и видов деятельности, административную, религиозную и юридическую терминологию. В ней сохранились непосредственные лингвоисторические свидетельства о существовании объединяющего христианского, религиозного, социального и культурного населения, которое непрерывно образовывалось со времен древних предков без каких-либо перерывов. Этой непростой системе духовных и культурно-социальных ценностей важную роль играет способность человека к открытой идентификации с обществом, с сообществом. В этой идентификации, правда, знаки сообщества преобладают над индивидуальными выражениями, которые, тем не менее, могут функционировать внутри этого сообщества. Однако степень осознания культурной принадлежности человека к сообществу в основном отражается в степени осознания отдельных компонентов культуры. Не каждый компонент в равной степени вносит вклад в формирование культурной идентичности человека, но все компоненты идентичности общества, которую формируют люди, представляют собой синергию выражений культуры, причем один или несколько из них являются доминирующими. Поэтому в данном контексте можно также представить себе структуру множественных личностей, которые часто
воспринимаются по отдельности, но многие из них пересекаются, дополняют или опираются друг на друга. Правда, община – это живой организм людей, для которых традиции, культура и чувство принадлежности имеют большое значение. Это неотъемлемые компоненты культуры. Но люди не ищут единства и единообразия, поскольку понимают, что нет единообразия в сообществе единого народа, единой церкви или даже в сообществе любой другой культурной традиции. Если процесс культурной коммуникации происходит естественно и спонтанно, то он приносит положительный результат. Именно те воздействия на культурное развитие, которые являются неестественными, жестокими или обусловлены неверным убеждением о том, что та или иная культура или традиция является более ценной или универсальной, получает негативное измерение. Наконец, само сообщество способно развивать свою культуру и строить отношения с другими сообществами. Перспективы вместо заключения. На предыдущих теоретических основах развивалось и прежнее сотрудничество нескольких словацких словистов с зарубежными коллегами, которые главным образом было связано с более детальным изучением взаимоотношений между языком и культурой, именно на примере отношений словацкого языка с южнославянскими или восточнославянским лингвокультурным контекстом были проведены некоторые этнолингвистические исследования и в Словакии. Для этнолингвистики важно изучать слово и особенно его содержание, значение, как доказательство жизни, культуры и развития мысли общества. Этот аспект лингвокультурных исследований является необходимой предпосылкой, в особенности для систематического изучения лингвокультурно-языковой связи, которая вполне естественно началась уже с приходом миссии Кирилла и Мефодия в Среднедунайский регион и Великую Моравию. Эта миссия стала зеркалом для текущих дискуссий о ценностях Европы этого времени, которые во многом сохраняются в сегодняшней европейской культурной практике. При этом славянская духовная среда представляла собой идеальную картину раздвоенного культурно-идентификационного пути европейской культуры. Поэтому междисциплинарные исследования европейской культурной истории должны проводиться в первую очередь на фоне знаний об этой древнейшей модели духовного наследия славян, сформировавшейся в контексте кирилло-мефодиевской традиции. Некоторые проекты международного сотрудничества, безусловно, внесли свой вклад в более углубленное понимание ценностей Кирилла и Мефодия и культурного общения в европейском контексте, которые были выполнены в том числе как целевому заданию на различных проектах. Одним из них – кирилло-мефодиевское наследие и национальная идентичность болгар и словаков, или лингвистическая и этнокультурная динамика традиционных и нетрадиционных ценностей славянской мира в рамках проекта «Эранет Рус Плюс», за которыми исследователи, другие межакадемические исследовательские проекты, в реализации которых приняли участие словацкие, болгарские, русские и сербские слависты. Эти проекты создали серьезную основу для последующих исследований, которые направлены на оживление духовных и культурных кирилло-мефодиевских ценностей в регионе Центрального Дуная. Перевод Священного Писания на язык, понятный народу, считается проявлением культурной зрелости народа.
Славяне имеют перевод Библии на собственный язык с времен Великой Моравии. Переводы Писания и богослужебных книг на старославянский язык как литературный язык Великой Моравии стали эквивалентны греческому и латинскому образцам. Таким образом, древнеславянский стал языком, который наравне с латынью и греческим стал культурным и культивируемым языком славянской Европы, в том числе и тогдашнего западного мира. Хотя европейское пространство традиционно делится на западное и восточное, это деление в первую очередь связано с культурным и конфессиональным развитием. Оба эти конгломерата являются достаточно эластичными и открытыми. Такая открытость не только обеспечивает постоянную лингвокультурную и религиозно-конфессиональную связь, но и неизменно формирует условия для осуществления взаимодействия христианских и культурных ценностей. Синергия христианских и языково-культурных ценностных установок возникла уже в результате потребностей Великоморавской общины, которая стремилась к познанию Божьей истины, закона, на своем родном языке. В житии святого Кирилла в связи с этим упоминается послание князя Ростислава Константинопольскому императору Михаилу III, в котором говорится о том, что князь просит учителей для толкования закона великоморавцам на их языке. Народ наш отрекся от язычества и соблюдает христианский закон. Но у нас нет такого учителя, который объяснил бы нам подлинную христианскую веру на нашем родном языке, чтобы и другие страны, видя это, могли уподобиться нам. Так пошли нам, о владыка, такого епископа и такого учителя, потому что от тебя всегда исходит со всех сторон добрый закон. Также в этой связи в другом месте говорится о ценностном отношении святого Константина Кирилла к славянскому языку. В споре с трилингвистами в Венеции в 867 году святой Кирилл выступил в защиту славянского перевода литургии и Библии на древнеславянский литературный и церковный язык жителей Великой Моравии, говоря: «Не стыдно ли вам признавать только три языка и приказывать, чтобы все прочие народы и племена были слепыми и глухими? Скажите, вы делаете Бога неспособным дать это или завистником, который этого сделает? Но мы же знаем, многие народы, которые имеют письменность и славят Бога, каждый на своем языке, благодаря существованию разнообразных славянских переводов Библии на литературные языки, эти взаимоотношения между языком, конфессионализмом и повседневными парадигмами экономической, политической и социальной жизни являются действительным проявлением сохранения, возрождения и развития ценностей культурной коммуникации, особенно в современном плюралистическом мире». Если видите, там на картинках этой презентации находятся некоторые исследования, которые мы проводили вместе с болгарскими коллегами или из КМНЦ, Кирилло-Мефодийского научного центра, и тоже из коллегами из Института болгарского языка профессора Андрейчина Болгарской академии наук, тоже с коллегами из Института этнологии. Я очень рад, что у нас тоже вместе с нами профессор Пенчев, ну и другие болгаристы и коллеги, с которыми мы могли вместе делать различные проекты. Вот видите и результаты этого RNET+, которые мы сделали тоже с коллегами из России. Мы готовили тоже некоторые другие проекты, но ведь ситуация всегда меняется и может быть и по-другому. Например, вот такая совместная конференция во время короны, где мы встречались на фоне Zoom,
Или тоже мы написали такую совместную книжку и публиковали ее в журнале «Славика Словака» о кризе и возможностях того, что она имеет и какую-то ценность. И тоже там последний раз такая конференция, которая состоялась в Братиславе по проблематике языка, культуры, мифологии. Ну и вот этот ее результат, который был последним в этом году. Но я подумал, что я немножко буду читать этот доклад медленно, что пройдет и вся презентация. И поэтому я прокомментирую еще три слайда, которые остались. Вот это Кирилл и Мефодий, который тоже имеет очень важную роль для того, чтобы мы подумали о континуитете своей культуры до сих пор. И тоже вот такая сентенция. Я попробовал на болгарском, потому что езжу в Софию уже многое время, но еще не выучил так, чтобы был способен что-то на по-болгарски сказать. Но если выучу наизусть, да, это есть возможность. То же самое, общность е в состоянии да развива собственно та си культура на собственный си язык и да воспитва отношения с другими общности через свой язык. Или вот такое, что спасибо вам за внимание, благодаря вы за внимание. То, тешимся, что можем с вами сполупрацовать, а можем выконавать сполочне многое вискуми. Дякуем вельми пекне.